вот этому саженцу, это мадлен, а третий год, а он еще не плодоносит. Вот это муромец, этот тоже он третий год, но он хорошо перезимовал и, видите, дал вот первые плоды. Это первый год он плодоносит, такой хороший, сладкий. Людмила Николаевна предпочитает высокую подвязку. Каждую лозу привязываю и смотрю, чтобы не было это самое, побочных побегов, так, чтобы куст был компактен и чтобы это самое, питание лозе для вызревания, для плодов были, это достаточно было. Потому что загущены тоже плохо и редко тоже плохо. Как всегда, все надо в меру. Виноград свинравен не с каждым соседом уживется. Рядом с виноградом нельзя садить. Первый недружелюбный товарищ – это томат, потом картофель, кукуруза. А из сорняков самый вредный для него – это мокрец и пырей. Поэтому я и стараюсь, зачем вредить винограду. Я это самое делаю в чистоте. Ну, на первом месте виноград, конечно, все остальное уже потом. Сначала виноград. Люблю виноград. А куста двиецкий синий. Вот я им занимаюсь 24 года. Прекрасный сорт, хорошо зимует. Пока что не болел. Отличное вино, прекрасный компот. Прекрасный компот. И, ну, очень хороший. Мне прислали этот сорт из Пскова. Саженцы такие, это, мохом переложенные в ящичках. И вот он у меня столько лет. Уже этот двиецкий синий, он уже по аллее у меня здесь, у шести соседей. Ну, а уже там не соседей, очень много. Вот такая вот красота, видите? БЧЗ или имени Домбровской. Вот он тоже, в прошлом году у меня было только две грозди, а в этом году, посмотрите, какое чудо, вы посмотрите, какое чудо. Это грозди, это просто загляденье. Это гуна, тоже первый год плодоносит. Вот только гроздь одну дала в этом году. Одна гроздь, потом попробуем. Ну, вкусно. Агат Донской. Вот, посмотрите. Нет, почти листьев нет, одни гроздья. И вкус, он как напоминает двиецкий синий, но у них разный аромат. Вот аромат, когда скушаешь ягодку, разный аромат, своеобразный. Кому-то этот нравится, кого я угощала, а больше кому-то двиецкий синий.